Контроль, блядь, и всех заливает нахуй вместе с мобами, да? Нахера это водить леди туда-сюда, я вообще не понимаю. Стали в одну точку, Рисы. блядь, служат, вели, все нахуй. Будет рисы. ДПС у нас хватает, чтобы трэш залить, блядь, там три моба, а не шесть, нахуй. Так а чё леди водят, блядь? В центре поставьте ее нахуй, пусть стоит. Ага, водить, блядь. С духами будут проблемы в центре. Какие проблемы надо? Какие духи? Все по кругу распределились и все, мелики побежали налево-направо, залили трэш. В чем проблема, блядь? РДД бьют босса. По-моему, ничего сложного. Мелики пошли и убили трэш. Их тут сколько, блядь? Их тут я ебу, блядь. 15 штук, нахуй. Полрейда, блядь. Какой-то касс не сбился, блядь. Еще что-то. Я же в центре босса на второй фазе. Проблемы нет. В чем проблема? Пробуй. Не, я тебе говорю, просто ставьте леди в центр, а мелики пусть по трэшу играют. РДД по леди. Все. Тут миликов, посмотри сколько. Раз, два, три, четыре, не пять, забывай, шесть, не семь. Не по всему трэшу, когда он повесит щит, идет отражение, ёпт. На, мили... на тех, кто без маны, соответственно, вешается. На ми... минус физический урон. На РДД минус... блять, магический. Убивает всех во время контроля, духи взрываются. Мобы взрываются, если вы подойдете, все подошли, блядь, и милики тоже, нахуй, РДДшники. Если держать просто босса в центре, блядь, все РДДшники стоят по кругу, нахуй. Милики, блядь, каждый раз, когда духи, могут выбежать, блядь, и забежать обратно. Все. В чем проблема, нахуй? А не водить каждый раз босса туда-сюда, туда-сюда. Ну, в чем, ребят, че вы агритесь, я не пойму. Это игра, не забываем, да, мы вайпаемся, да, мы пробуем, блядь, разные стратегии. В чем проблема? Чтобы убить босса. Мы все, блядь, овергирные, нахуй, по 279 плюс левел? Нет. У вас у каждого, блядь, соло ДПС по 15к? Нет. Тогда, нахуй, давайте, блядь, успокоились и будем убивать её. Смысл, блядь, сейчас то-то, сё-то, нахуй. Нормально, блядь, объяснили, всё нормально. Предлагайте. В чём проблема? Предложили сейчас, будем играть по центру. Два АДК держат по центру, милики бегают слева-справа. АДКшники также заливают. От духов уклоняемся, не забываем об этом, следим. Дать, нахуй, макрос на увеличение дистанции от камеры. Сейчас я вам скину в диск. Теперь по снятию пушки, да? Мне кажется, на этом сервере не пашут, чтобы менять экипировку. Не забываем, паладины, жмем бабл. Крылья сливайте по КД, бабл, капли, ханты, отражалку свою, ДКшники, пожалуйста, зеленку сливаем. Клизма, сливаешь этот, как его, кош, ШП, старайтесь сливать тучку. Да, Клизма, хотя тучку ты можно... там... Нет, тучку не сливайте, наоборот. Так контролится, да, нормально все. Если он будет в туче, его не надо и контролить. Я так снимаю, что... отражала. Ой, снимаю, сливаю. Я Эру вспомнила. А. Давайте, чек на готовность, собрались. Кулаки раздайте, пожалуйста. Бафы раздаем. И да, а, ШП, пожалуйста, уход в тень. Пол КД юзайте. Это минус ваш агрон, нахуй, на второй фазе. Также, если можно скидывать агро, пожалуйста, скидываем. Кто кулаки дает? Дайте, пожалуйста, по хантам кулак. Дай по хантам. Чек на готовность. Нету кулака по ханту. Войд, пожри рыбу. Уже нет. На, еще рыбу. Рыба, блядь, запаслось нахуй. Да и бенефини. Дайте кулак по хантам. Пан, дай кулак по хантам. Пожалуйста. Угу, спасибо.
Джованни готов? Все готовы? Отчет на пол. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Переключились в трэш. Трэш переключаемся, это вам не должны анонсировать уже, запоминайте это. 3 секунды перед пулом босса, блять, этот трэш идет. МБ взрывается. Контроль. Контроль. 3 секунды. Раньше будет. Контролим. Не забываем после диспелла про этот. Продиспелливать, точнее, после контроля. Служи выходим, оперативнее все это делаем. Трэш вот тут. По трэшу. Контроль, готовимся. 4 секунды. Контролим. Турбо, лучейпер, анкил. Анкил в глыбе стоит. Трэш. По трэшу играем. Контроль, 2 секунды, готовимся. Контролим. Турбойс, анкил, орхидея. Контролим, контролим, контролим. Маба добили. Мобов не забываем добивать. Все должны лежать мобы. Может, стопнем? Сейчас. Стоп, чуть-чуть. Стоп. Играем по мобам. Контроль. Контроль, 2 секунды. Готовимся к контролю. Контролем. Расконтролили. Главное, не убейте в контроле, пожалуйста. Быстрее по мобам. По боссу. Переводим быстрее. 6%. 5. Быстрее, 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 быстрее. 1. Танки на центр. Не дамажьте пока. Пусть поставят. По мобам играем пока что. Играем по мобам. Контроль 5. Контроль 3 секунды. Контролем. Блоки. Контролим, контролим, контролим. Блядь. Бухер, да, да. Дал Геру? Геру по этот, как его? Контролим. Уже в контроле хуйнуло. Угу. От духов уклоняемся, не забываем. Тотем очищения поставь. Духи Мелизони, 2 духа Мелизони. Дал прожимку, на всякий случай. По мобам. Быстрее по мобам играем. Чего вы там делаете двое? И вот РДД, от центрального... Блядь. Ну, ребят, ну от духов-то уклоняйтесь. Алло, контроль. Меня замедлило. Контролем. АОЕ убрали. Духи РДД. Духи. Диспель. ПК, дай какую-нибудь прожимку. Готовимся по мобам. Милишники центрального забили, РДДшники двух крайних. Оперативней. Контроль 4 секунды. Контроль дали.
Трубой с БПР. Да не задавал пока. Есть БР. А давай. Есть СС. Ложка. Трубой с БР. Духи. Да. Духи. Аккуратно. Поднимаю, вставай. По турбе дали баф. Мелизона, мелизона духи. Ушли. Два духа мелизоне. По мобам не забываем играть. По мобам. Контроль 2 секунды. Готовимся контролить. Можете дальше. Контроль. На полный швак. Контролим. Мне король. Сука. ДК дай, второй ДК дай прожимку. Духи. Еще наверное на город. Гимномана один. Не сливайте на меня. Может, понужнее на кого-то будет. Я думаю, на Зойла. Моса, если есть, берь Зойла. Так, хорошо. По мобам играем. Готовимся к контролю. 2 секунды. Духи, духи. Духи. По Зойлу дали баф. Паки поставь центр. Духи, духи, духи. Жабу здесь фельдер с ДК. Прохилили рейд. Бьем по боссу пока что. 32%. Двух миллизон. Духи. Духи летят 5 или 6 секунд. Духи. Мах. Миллизон летит. ДК свободный, дали прожимку. Духи, бам, духи. Бам. Духи готовим. Духи, не забываем про духов. 3 секунды готовим. Трэш льем. Контроль. Дал свое. Духи, духи, духи. В миллизону лезть. Не забываем продиспыливать. Спокойно бейте, еще времени вагон. Духи. Хилите шамана, сейчас захожу. Я походу выкинет с инста. Тебя выкинет. Надеюсь, танк не выкинет. Контроль готовится. Духи. Трэш вышел. Да бейте босса. Босса трэш не босса бейте. Бейте. Босса играем. Играем боссов, уклоняемся от духов. Контроль раздаем. Дух перезона. Танка прохильте. Мидвея прохил. Давай, нахуй, хорош, блядь. А? Порезали. О, итем, да? О! Че, давайте кому-нибудь посох делать. Давай, посох идет турбо. Ты будешь делать турбойс? Да. Да, у него уже класс итем. Ну, давай, попробуем. И не дают на этого, что там выпало. Блять, отойдите нахуй отсюда. Да, пасы позагораживали своими телами вот это. Рез дайте, алло. Видите, от духов отходите, все, сразу вайпы прекратились. Да нет, от духов, потому что... Когда наручи будут, скажешь, или у меня высветится, или нет? Тебе высветится, лут высвечивается по классу. Не, я знаю, просто на ребре у меня не высвечивалось на пояс, поэтому я спрашиваю. Сейчас пояс должен был появиться, если не появился, значит уже не работает. А мне тоже появился, отдайте мне его. Если подойдем. Забирать или не чё, забирать? Чё, я тоже колдую. О, ой. Блядь, ну ребят, ну чё вы издеваетесь или чё, блядь? Как первый раз здесь, нахуй? Дайте разролить лут, потом, нахуй, пойдете вы, блядь, на этот, на трэш. Да никто не бьет его. Да никто не бьет, но дракон полетел и идёт на Алису. Пошлите на лифт. Дал вам. Сбивайте дракона, я стою у трэша. Ой, устаю у босса. На лифт пошлите. О, квест на великана спрашивает, будем делать? Нет? Да, квест будем делать. Сейчас его сделаем по-быстрому. Только оперативнее убейте дракона, пожалуйста. Я насчет наручей. Турбойс, пошли на лифт. Если не работает, Тём, ну, по априору я буду первый. Не если не работает, еще пока не разролили. Если не работает, я посмотрю твой приор, не беспокойся. Говори мне, пожалуйста, в чат. Или у нас хиловки. Ну я же и говорю об этом сейчас. Да, да, я понял. Не, а может вы на лифту подниметесь все-таки там ебанем дракона?
Поднимается половина. Поднимается люд. Просто когда все бегают. Даже прожимки отдам все. Я тоже отдам. Просто если все сбегают за одним боссом, короче, этот. Там, конечно, они придут на контроль. Добавилось, да. Ну, убили, все поняли. Да и все. Ну. Да, так, да, это первый раз всегда тяжелый, успокойтесь. Далее вы учитываете то, что хилы какие сейчас. Ну, извините, но Холи Прист меня это уже минус один. А у нас Финочка в Солянова все делает, успокойся. Это я вижу. А если бы были бы еще таких 4, как Твиночка, да, было бы всем намного проще. Не забирать, нет, тогда не надо было еще 4. Хватило бы еще и 3. Да стали вообще... бы всем подняться, ну. А, вот шейпер забирает, а? Тогда сказал сразу. Блять. Чую, пора чиниться. Вот нахер вы трэш бьете, ты отдал Тёма? Ой, ещё вылетел что ли? А шо, Войд? Тоже вылетел, да, похоже? А я вылетел, когда... Сколько там лямов был? 10? Сколько? А не Тёма тут. Кто, блядь? Откуда этот трэш появляется? Слева, с агрелями. Он тоже телепортируется, кстати, вы заметили? Угу. Всего инста, блядь. Так, а Тёма тут? Да, да, я тут. Сколок был? Тёма. Да. Сколько тебе еще? 7? Еще 7. 7 боссов, блядь. А если один останется? 2, 3, ой, не получится 7. У Зойла приоритет выше. Так что Зойл уходит Зойлу. Зойл уходит Зойлу. Шо там уходит? Зойл уходит запа. Там квест на великана был или нет? Да, где, где? Где я спущусь на великана? Анкил все офнулся. Думчик, извиняюсь. Да ты ж знаешь, я как всегда все прощелкал. Да, давай, Лимон, на этого. Напала. Мне потом, Тём, поможешь с этим EPG Pilot Master или скинешь свой просто? Хорошо. Как его? Надо вообще настраивать или нет, или он да автомат? Да не надо, там же автоматически настраиваем. Ну вот. Надо уж, только да? Настраивать Unkill. Этому, Рэлу. Анкил. Анкил ушел. Курите. Вот тут еще есть, нас 25 человек сейчас в рейде. А, не, Анкил, да, ушел, блядь, Анкил офнул. Ну, отлично. Плюс один сги есть? Нифига ты себе купила или в Донила? Купила в Донила. Купила в Донила? А что, он продается? Да. А, ГЦ, ГЦ. Дарю, покупай. Давайте, давайте, чистим пока трэш. ДД, ДД один. Какая у тебя уже лоялка? У меня бонусы были. Я сегодня 1400 закинула. Он пусть летает, огромно мне. Да пусть летает, подходи к нему и все. Он вообще никого в таргете не держит, блядь. Он только прилетел. Ох, потная леди, потная, бля. Я помню еще, когда ты на циркуле, блядь, собирался улчат, бля, и на леди расход был. Да, да. Когда я свою гильдию водил, у нас было 6 вайпов на ребре, 8. Теперь надо потом мы разошлись. Будет. Если сейчас все заебись, то если тухло с гнилым убиваем, турбо у тебя кровь, останется 25 ДС. Потом душ, и турбич. Турбич типа дерзкий будешь или чё, блядь? А он и так. А этот итем. Это итем ластовый, короче, да? Который натянется. Да. Угу. Сейчас сумон дадим. Пишет, да. Это ты уже дерзкий или будешь только? Будет еще дерзее. Шкаф поставьте. Кто следующий на квест итем? Тем. Пока у турбо этим левел светится пока не желтый, он думать, еще не дерзкий. А, вот, все, определили, будет, значит, будет, еще не дерзкий, значит. Будет? Не, будет. Я просто из такого, что или шансонг, или мульти, или задум клинит. 4 человека, как по мне, что сейчас там онлайном и всегда есть рейди.
Посмотрим. Я еще подумал. Я не знаю, на ШПшников идет, он локом рубит. Сам Велохон уходит вообще за этот. Отойди мосс оттуда. Загрите нахуй этого, получите сразу 1000 ГП. Суть не в этом. В том, что шкаф поставьте. Квест на великана все взяли? Какая? Он 200 кавер стоит. Что? На этот? А? Ты же квест великана, что в обычку, что в герже, правильно? Да. Без разницы. 25-10, там нету разницы. Чё, агрим? Агрим. Агрим. Все подошли здесь, нет? Подожди. Никто не агрит. Алиса, куда ты пошла? Иду. Тебе говорили, что агрить или чё? Кто-то сказал, но нет. А чё мы ждём? Сайджира, сюда, иди бегом. Всех ждём, чтобы кое-то зашло. Забыл квест. Давай, Войть, оперативней. Короче, ребята, вы там бейте, не бейтесь, но тут на осколке очередь, так что вы успеете еще все, блядь, полутать от этих там нахер. Что тебе нужно? Он килл дал ранее. Главное, ребята, я вам... Он офнулся, он говорил. Я ему начистил за два босса. Я вам так скажу, не будьте жадными до шмоток. Согласна. И надо немножко приоритет одевать людей, которые не дамажат. А тут такие жадные, я помню, блядь, за них чуть ли там, блядь, глотки не грызли. Так тут в обычке за выбор давят. Я бы вообще твинков бы, блядь, как приоритет не брал бы. Все, все тут. Есть какой-то статик, да и все. Блядь. Здесь? Все? Отлично. Пошли. Агри. Ну что, в наборе теперь писать плюс два босса, да? Когда быстрее, корабли точно убьем. Мелечники стоят. Да, сурка тоже убьем. Под жопой, РДДшники в одну кучу встаньте. Он в палатку, чтоб не подкидывало. А чё, может, Геру дадим? Давай, Геру. Так откатится. А чё в РДД в одну точку, а? Ну, если чума на вас упадет, чтоб вы в одной точке передавали ее. Лишники под жопу босса. Пожалуйста, не в бочину бьем. Вот, под жопу великана, точнее. 72% крита, блядь. Более прок, да? Да. Чата искать одного. Нет. Для фурика много, но подволей нет. Пока что будем пробовать так. Что, 24 не убьем, что ли? Навеличал. Лимон, с тебя прото. Че, вы на тухлом будете бить сопроты, нет? Да пьют там вообще. Нет, танк на аспект. Да. Говорят, что пьют. Вот везде пьют. Рачки. А тотем с этой не стакается же, да? С аурой моей. Нет, вроде. Там одинаковые 130, да, не стакаются. А типа если одинаковый не стакается или что? Я сейчас спектр поменяю, будет разный. Ну, если у тебя будет больше, если ты в сурвайле у кого-то. А похильте меня, что ли? Лепись. Я прибежал ко всем даже, немножко похильни. Ну ты кроме меня немножко. Че масса уронили? Может быть от болезни, не знаю. Кто с болезнью вышел? Вышел от рейда с болезнью. Ну, не подходи к пацанам. К бабам. Алло, прием! Шредер. Поднимайте. Да зачем его резать? Там сейчас там внизу встанет. Сразу квест дашь. В чем прикол? Хэм, корабли вообще не отличаются от обычки. Только уроном их хватает. Мосса тут нет. На первом можно сдать? Я шо, не боешь, что можно меня резать? А, да. Я же резал тебя. Никто меня не резал. Я резал. Встань на первом этаже, сдай квест. Думаю, боешь, хыть там. 750 от дэшки, вот и вся боишь. Давайте, пока дискона нету, иначе потом он просто... Ага. Три раза упало. Кольцо за... Циркон, о.
Блять, как вы заебали. Нарыч. Давай в ГБ ложить. Не знаю, возьму наручи, удар, и вообще всех, у кого упадет, удар. Острахолиты. Пошли. Дальше на корабль. Можете подносить дары там, где, знаете, алхимики в Долоране, там можете у двери слаживать. Я там тусуюсь. Наручи упали. А, это хлепал. Тебе будут как скрытому подносить в дар камень. Джетпаки берем. 4 плюса. А, я первый. Шейпер. Я первее. Кто-то помнит, кто такой скрытый из Ведьмака? Алис, ты летаешь. Гурский. Он тут так же, как по бычке. Да. Гурский, Джованни, вот Шейпер, Зойл. 4 человека только в пушках. Дай бог, кто-то забагает пушку. Рыбу поставил, баф раздаем. Что-то выяснил. Джетпаки одеваем. Надеваем. Нормальный хилинг. Нельзя, мне забагалось. А покажите ХПС вообще. Кого ауру брони отдайте? Я удалил. А меня. Ты мне тебе поэтому удалил? Чё поставить? На, Гоуте я вам Дживса поставьте. Поставьте. Ну на великане я первый был там. Поставил Дживса. Дживса поставил вам. Быстрее, чинитесь, ребят, кушайте рыбу. Я вам для шкафа ставлю или чё? Я зарываю вам для шкафа. Каску обновите, пожалуйста. Шредвер, каски обновляй. Да пока летим, может все это обновиться. Запускай чё. Чек на готовность. Эй, где рыба? Кто же... Да нафиг тут эти бафы? Саджира, все готовы. Заложу. Кто там в пушках? Гурский, тут напуливай на этого. А, не, мама Эдик напуливает, я в пушках. А, мама Эдик. Ты напуливаешь здесь, стоишь на этом корабле, напуливаешь трэш, который лезет с портала. На Биг Дымыч. Кто в четвертой пушке? Встаньте сразу возле... А, вижу, Джованни. Только не лезьте в одну пушку двое одновременно, я вас умоляю. Забагайте пушку. Вы видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль... Да, на самом деле, мне кажется, проф тут изи будет. Легче, чем... Посмотрим. Ну, давайте к него с этим духом да. Убьем. Тут еще до пруфа, да? Да, соответственно, правые пушки играют... Две правых пушки играют по дальним левым. Две левые по дальним. Ничего не хочу сказать, но я сел, у меня панелька моя. Я релоуд пропишу. Пропиши. Что за херня? Я стоял на краю, меня скинуло и обратно. Это нормально. Бомба. Замороз. Прыгай. Стрем магу били. А тут надо оружейников заливать, ребят. 10 клинит, 10 турбо есть. Да по доте кинули там по пару доте. На свой корабль. На свой корабль. Прыгайте, я все нормально делаю. Чё? Ой, бля. Так вообще там МК новый, 11-10. МК 10 XL играл. Я убивал сейф МК. Я первый раз увидел, что есть тут перегрев в пушке, я забыл. Лишний флот уберите. По оружейникам сейчас играем. По оружейникам играем. Быстрее. Оружейника слили на свой корабль.
чтоб придумано прыгать, короче, чтобы не прыгать обратно. Сранс. Я ж думал, сейчас сдохну, блядь. У нас что, разве так же? Что-что у нас? Откидывает и обратно. Откидывает, да. От розочек. Еще не помню. Лужи, которые летят от оружейников, откидывают. Прыгаем. А, может и нет. Вот. Юлек, кстати. На свой корабль. На свой корабль, оперативней. Десантируюсь. Ух ты, что, топор в спину прилетел. Прыгай. Так, что тут может упасть? А, бисовый плащик на ретрика. Сейчас да? Оружейников сливаем. Слили оружейников. На свой корабль. Я вылетел. Ты опять вылетел? А что, тебе ошибка выдает или просто так вылетает? Не знаю. Просто картинка встала на месте. Бля, что за день сегодня на... Аддоны какие-то? Не знаю. Аддоны, у меня такая... Не, просто персонаж с ником Лачдан начал хилить, и эта, бля, система не выносит и крашит. Заморозка. Как там говорил Витшейпер, я знаю. Стопните флот, пожалуйста. Ребят, ну вы на боссе, блядь. Хоть это и здесь же босс, но, блядь, на боссе, на свой корабль. Быстрее, 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 быстрее на свой корабль. Не успеем. Ой, еще одна заморозка. А пушки тут сильнее бьют или так же? Так. Я уже два раза перегрел. Так бы уже все было. Даем сначала всем этот на свой корабль. Только тогда вливаетесь пушки. Сейчас убиваем мага и на свой корабль. Оперативно всем. На свой корабль, быстро. Убивай. Изи 200 ЕП, да? Я, блядь, аж испугался. Перегрев аж в центре экрана написал. Я думаю, что за хуйня на меня кинулась. Перегрелся, да? Что, есть осколок? Сейчас посмотрим. Такой говно упал. Да. Какое говно лут, не пизди нахуй. Охуительный лут. Я слышу запах. ГЦ Гурыч. Спасибо. 6. 6 осколочков. Ты чё, поменяешь Т4 на эти? На МСЭТ? Т10. Т10. Вроде ходил за кистями. А тут ДК надо, можно ли в ШП? А, он... Не-не-не-не-не, давай лучше я в ШП. Тут холи зайдет. Зайдет, нормально заходит. То есть тебе надо 9 боссов убить, кого мы убиваем, а? Шестёнок. Посмотрим еще, блядь, если упадет, нахуй. Сейчас будем идти на максимум боссов. Да, говорит, там да. За кисти, если что, я за 10% готов забрать. Туда мейн спек готов забрать. Свободен. В тухлом. А, тухлый тут же пельмени, ёпта. Ага, и блинок.
Какой плевок? Ну, плевать или губительный газ, короче. Ну, как... А, да-да-да, есть такое. На гниломорде так. Продлевай, нет. А что ты Шреддеру пишешь про волю, она ему нахрен не нужна. Так, чек на готовность. Шреддер думает, что она ему нужна, что ты доебался? Так. Не уж с маской, что ли, арпалу волю отдал. У нас уже Энх забрал волю и пропал. Не пропал. Ну Энх-то ладно, Энх она канает. Стоп, а Клизма что-то забрал, что ли? Да. А я-то думаю. Что-то он был первый по ПР, а теперь уже Мосса выше. Чек на готовность. Это а что-то, блядь. Соответственно, кроме Клизмы, все остальные играют на по трэшу, не забываем. Все готовы? Заложу. На пол даете вебинар. Метки в трэш не играют, а то он отхилит ебать его, брат. Че там, кольчуга падла какая-то? Ханта, на хила ничего не падла. А, ты че, вофнутый был? Ну, знаю, ты таймер нормально пашет или так же, как обычки? Я не знаю, так же, как зашел. Он надо фласку выпить, да? Да, фласки пропивать. Че, кто на боссе, кто на трэш? А что, встаните ваш дебил? У вас так живет, чё? Да. Чё, о, 37 у клинита, смотри. Это у Шейпера 37. У него у кого? Клинита? Угу. Смотри. Клинит, линкани за 5 секунд до начала боя. Чё, посмотрим. Шейпер и клинит, да. Шейпер нормальный, потому что он переделан. У него 50 метров весит, нахуй, ДБМ. Это пиздец. Да, у Лазидана правильно, чё вы думаете? Я исполню это обещание. А новенькая не Шейпер, сколько? 7 секунд, 20 да? секунд в полугода. Ну тут задержка секунды, на самом деле. Напоминаю, секунду. Держите ренжу, чтобы кольцо крови не стапало рагу с руки. Геру. Пару. Он вам. Алиса, дай бомжей. Что? Бомжей дай. Как вы танчите лимон? Просто. Она первая, в смысле. По трэш. Луну бейте. Шваки бомжей. По трэш. ДПС МДС 35 тысяч. Лу бомжей.
что, кольцо крови не работает? Или что? Потрэш. Можешь щит кидай, а? А, больше ждкашников нет, нет. Пытаемся по трэшу играть. По трэшу играем. А у Ешки на них не пашу, так что бессмысленно, точными дамагом. Босса доливаем. Бомжовский сурок. Ну, блять. Фигня какая-то, полный ДПС. На 235 тысяч конечный, мы его убиваем. Пока. Вообще легче, чем, я не знаю, вообще легче, чем на циркуле. Нормальный поезд, да, наш ман? Да. Ну, с Раски Распахем лучше, но Раски Распахем. Наконец, у нас в рейде у всех не меньше 10 тысяч ДПС, 10-11. Молодцы. Это хорошо. Начало, да, очень. Причем 24 мы пойдем. Угу. Слушай, Мессерал возьми лучше выбор. Возьми, возьми, но у нас его забирает ханты, блядь, все нормально. Че, печенька никому нахуй не нужна? Какая печенька? Разбойник, не было. Смерти, маг, друид. Была, а, не было, не знаю, короче, мне не показало, оно мне не должно. Не героическое. Обычное. Медвея, сколько падает обычных героических? По одной? А? По одной падает об гер печенки? Да. Никому не нужна, заебись, молодцы, нахуй. Пьер, все экономят. Да хули, все экономят, все. Приоритет, потому что пошла 25 гера, сейчас все экономить. Стоп, 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 секунду. Я прожал мейн, не отдавай мне. Отдай следующему. Я что-то забыл, я буду 4-4 собирать. Чё, я вообще не вижу, это в лицо не скачу. Скайновара. Разбойник, рыцарь смерти, маг, друид. Никому не надо, реально, что ли? Без ГП. Я в ФТК, я бы, наверное, паролила. Дай просто так. Да распыляй. Мы же хэнк идём, продаж за 50 голды. Нет, я просто выкину. Да, они просто договорились все, бля. Я стопудово уверен, нахуй. Я предлагаю этим классам, которые на печеньке, дать ГП на под 400. Нет, никакого ролла. Так а чё, он мосс, а он в хиле, всё равно это его второстепенный спект, почему бы не отдать просто? Дай за 10%. Печеньки уходят так же, как и этот. Ну вот, понимаете, смотрите, здесь я буду на успех забирать печеньку за 500, да? А пойду в ЦЛК Агер в десятку с рейдом и буду получать её бесплатно, так как было в прошлый раз. Это первая правда была. Разве падает гер печенька? Нет. Я за обычную печеньку. А мы вас не возьмем. Сколько человек там ходит? 10. Будем. Я просто буду выкидывать, ребят, вот и все. Это ваш ДПС. Если ты берешь на успех, возьми ее за 50%. Ее же можно там сколько? Нет, печенька уходится также 495 ГП. О, спек, мейн спек. А смотрите, хорошо. А логика, если я, допустим, сейчас не хочу забирать ее на мейн спек, а забрал бы на офф. И тем самым усилил бы свой хил, и тем самым усилил бы хил рейда в рейде. А тут мне приходится забирать ее или за фул, или вообще не забирать. У печеньки нету офспека, она идет сюда за фул. Поэтому это как? Уже обговаривалось сначала. Я ее выкинул, ребят, так что. Ну, ой, как вы проебали свой счет. Офспека, если я друид хил офспеком, и у меня 51 смотки. Дело в том, что когда я иду танчить варом рейд, вам лича. И когда дамажить фуриком, у меня оба эти спека мейн.
Я ролю на мейн на тот и на тот. Нажимаю мейн спек. Если ты думаешь, я точно так же на паладина ролю. Если ты думаешь, что у тебя хил это офф спек, а в данный момент хилишь, то ты, ну, ошибаешься. Надо просто забирать и все, шмотки. А, и здесь тогда шмотки мне надо забирать все за full HP, да? На хилах. Ну, печенки, да. Ну, а сам посмотри, мозг. Сколько падает? От плаща. Ребята, вот тут вы не правы по той причине. Вот... не написано на коин аспект. Проблема не в этом, проблема в другом. Проблема-то в том, что... А кто у нас будет хилить, если не Моссер, друг? Вот именно. И вот вам выбор. Или я буду хилить в 251-м шмоте и не брать печеньку. Или буду в 264-м. Но буду брать печеньку за половину. Мидвей, ты помнишь, да? Я об этом говорил, но... В данной ситуации, так как то правило, которое, ну, я пытался ввести, не стали вводить, то забирайте за фул ГП. Если не хотите забирать, то, Медвей, то сейчас не будем об этом говорить. Если вы не хотите забирать за фул ГП, то не забирайте, будем в хиле 251 шмоте ходить на столько боссов, сколько убьем. А когда вы оденете свои коты, чешки заберете там, и уже вам ничего не надо будет, и вы из Геры начнете забирать волю, тогда будете уже за ГП забирать на хила, потому что на ДД у вас будет фулл спек одетый, и будет пуха с лича, и все будет, и тогда оденете хила спокойно. Так что играем. Что так. Лучше выкидывать, да? Да, конечно, выкидывайте. Я первый раз вижу, чтобы печенку Гер выкидывали. Печенка Гер, это обычная печенька. Я еще раз повторяю. Она идет за фулл ГП, чтоб любые печеньки ваших Т4, похуй мне, на офф спек, на мейн спек, на третий спек. Вы забираете за фулл ГП. Это было правило еще, блядь, с начала введения системы лута и ПГП. Еще одна проблема, у нас еще минус один. Я вижу. Я, ну, желающим обсудить это после окончания рейда, я предлагаю поговорить на эту тему. У меня есть что вам сказать. Можете согласиться, можете отказаться. Можете меня поднять? Я тебе давал рез. Почему вы жмете ПР на геровскую печенку? Вот вы убили сейчас, следующая Гера печенька. Какая геровская, лимон, это обычная. Ну, обычно еще ладно, я бы забил, а вот. А там обычная да, была, да? Да. Да, там обычная печенька была. Я еще раз. Ну так забейте. Блин, я конечно. Я думал, там геровская. Геровская. Да, геровскую шейпер забрал. Нормально. Я ему уступил. Тут падает только одна геровская, одна этот обычная. Шейпер, меняй голову и делай свою топовую чарту. Че вы парите меня тогда? Ты не тому говоришь. Это шреддер, это шейпер, алё. Ну, если ничего. Был. Бля, и прелесть сагрили, да, и этих сагрили, молодцы. А чё нам, бля? У нас же твинси сильнее. Сейчас подождите, я прибегу, не сдохните. Гимн с командой. А, точно ей. По трэшу играем. Собаку встанем. Встали под этот под собаку. Блять, пиздец. Ну я говорил про гим. Так в смысле, я гим дал, у меня великан откинул, блять. А давайте еще одну собаку, давайте босса приведем. Хоть мелкий добейте. А кто лизнул? Нереально. Ему там прям жена мозги компасирует. Не жена. Муж. Уже не жена? Читайте чат. АОЕшим. Военный. Слушай, дичи еще не леет. А как вы так агрите все? Зачем? Это лимон сагрил. Я не агрил собаку. Ну я не захотела туда. Вот так ты, да, лимона подставила? В смысле? Я туда никогда не захочу, пока... АОЕшим! Добейте хотя бы великана, блядь. Кидывал, да. Факт типа вообще был. АОЕшим.
Да, я помню, знаешь, как закалял своих ребят гильдии? Сходили в ТЛК 25 гильдии и агрили двух собак. Заливали двух. Почти всегда. Вот еще так не сделать. Не, ну это чисто мой загон. Я хотел, чтобы рейд учился выживать. Ага, чтоб хилы потели. Да, все правильно. Нормально, приходили, убивали. Нормально, если вы прейлис убили, то сейчас профа убил. Профа не убьем, минус 2 дд. На профа, на лан, в центру смысла нет тебе. Остальных еще. Советник, у нас два лока есть, да, можно, в принципе, совет легко убить, и если Паша тактика тех встречается вниз, то Лана убивается вообще на изи. Весы. А в чем проблема, да, брать двух ТД? Проблема в том, попробуй. Я тебе сейчас ассиста дам, Мари. Мастер выиграл. Да. Да, дам, да, где-то там чем. В смысле, почему я? Ну, в чем проблема? Вот вперед. Проблемы нету. Добирай. Такие интересные, да, иногда люди. В чем проблема у тебя РЛ, да? На ПРЛ. Бери рейд по РЛ, в чем проблема? Сразу обсираются. А вот этот шаман у нас, у него что, зломан не закрытый, Вова РС? Да, я его только добрал. И Эксаса тоже не закрыт. Хуёво. Слышь, Войт, а ты кем в РЛ 25 можешь пойти? Обычку, варом, варом. Я хочу собрать это, когда... А я ретриком могу пойти. Когда? В среду, наверное, соберу тогда. В среду посмотрим. Слышь, мастер. Чё? У тебя штаны освещенные? Стой, погоди. И? У меня Т4 штаны. Ну, освещенные? Нет, обычные, Т4. Все, погнали. Агри. Перед боссом будет перекур. По жопу босса стоим. Перед каким? Перед тухлым перекурим. Потом пойдем. Тёма, какие ты кнопки? Зайдешь за просто. Нажимаешь, когда агрон убираешь пал. Все, что есть. Лицом по клаве. Окей, надо всего... Бля, ну я просто по-царски. Этот, как его? Блять, молот, щит. Потом Джага. Молот праведника, щит праведности, лужа. Да. А, и этот щит небес. Слышь себе? Дай, о, возьми Бокрус. А, или это он СЛК. Щит небес, кастуешь по себе? Да. А, у него за ней убит. Я говорю, ты щит небес кастуешь по себе по КД? По КД, когда успеваю. А, щит, да, это да. Конечно. Короче, могу тебе дать макрос на агронобу. Одна кнопка. Ну, блять, через макрос это не профитно. Типа пианино, да? Я вот играю через макрос. 5 лет играю через макрос. Очень профитно. Что же Ваня вылетел? Пусть цыгане разменяют. Так, один танк встали, там сейчас будут ловушки. Не забываем, встали туда. Готовимся ловушки разбивать. А чё не снять их? Зачем? Алиса, ты чё тут танчишь? А, Бэ. Ну там лимон, а где он? Я тут. Давайте вторых сразу. Я бегу, заливайте. Кончился Боб, умер нахрен. Это у него такой обряд инициации, блядь, на каждом трэше падает. Я знаю, Магни игра. Турбой схватку не теряет, блядь. Турбой с ДПС не теряет, блядь. Надо было по почте дать. Ой, а вот тут, ребята, уже начинается тактика, правда? Где? Могиле. Да, какая тактика, я тебе умоляю. Поехали. База.
Куда? Лево, право. Вы лагаете. Налево. Да это ты лагаешь. Я не лагаю. Ну, да не это вы лагаете. Вы лагаете. Ты лагаешь, нет, ты лагаешь. А что если два раза подряд проголосовал, но? Норм. Замену нахуй, до следующего успел проголосовать. Смотрю, у меня нету дебафа, сука. Босс, адрес из Гери, если подойти. Ча, проверим. Ну, нормально. Че, на тотем адрес, да? Переход. Тотем? Нет. О, смотри, загрелся, ничего себе. 5 минут перекур у вас есть. Клопус конфетти, блядь. Тём, дай ассист, я пока ору. Может, найду кого-то. Да, я думаю, вряд ли там особо кто-то пойдет. Ну, так надо... И у этого приста Артёма, да, тоже нету чего-то. Чё, какого? Ну, вот прист у нас 266 или какое-то. Мистер Дейбеттер тоже нету. Нет, он не умеет этот, как его, за. Есть же КД, блин, набери вот этих вот. Так, ну, у меня КД, я с ними и был. Ты понимаешь, это было 3 РДД. 3 РДД с магическим уроном. И которых ДПС нет. Я ж тебе это, блядь, писал. Кстати, клинит, я забыл совсем. Не, у меня не выйдет завтра, скорее всего. Если да, Дизать шмотку выпадет, то Долобрюль. Нет. Не? Ну, не факт, я не знаю насчет этого, нигде не было. Не, лучше так меня какой-нибудь говнокамень ставлю. А есть говнокамень? Давай я тебе какой-нибудь сделаю говнокамень, подожди секунду. Сейчас я сделаю. Кто это? Шейпер, да? Шейпер, да. Все, сделаю тебе. Да, сейчас. А у Бокруса что, тоже нету за... Нет. Ютуба. Его за есть, мы убивали. Бокрус, Беличане. Да, у него есть за... А клич тоже. Дайте ему, батя. Он же волю тогда забрал, значит он Лича убивал тогда. Сейчас спрошу. А у него занят. А тогда с нами был Бокрус или отъехал? Видимо, отъехал. Бокрус да, был что... вчера с вами, и вы не закрыли там. Значит, да. Надо за людей срочно вести. Клини тут нет. О, какой-то розыгрыш. Что за розыгрыш? Супер розыгрыш. Можете ссылку скопировать с этого, с чата в Дискорд? Этот конкурс репостов. А я тебе, кстати, Юля, говорил, да? Что ты потратишь, блядь, чего? Говорю, что ты потратишь бон, и сразу маунт выпадет нормально. Ну я не такого хочу. Мне нравится, как он меня трясет на нём. Обмен, кинь. Кукушка потом скоро слетит. Ты нормальный уже, чё ты? Уже не позорный, да. Дракон говёный какой-то. Тём, здесь 4 хила идём или 5? 5. А, нет, 4. Не знать. 4. Надо, иначе не хватит. Сколько у меня там хп-то, блядь? У меня в процентах 60 тонн, блять. Ну, немного отличается. А в норме сколько? Там поменьше чуть-чуть. На 3 ляма, наверное.
Ну так хватит ДПС, а чё? Я это шансонг. А, может и не хватить, кстати, потому что пельмени, если начнем ловить, будет весело. Ёбушки-воробушки. Это будет. А чё у него, блядь, с хитами? Чехноно. Не, я не в этом плане ДЦ, там, так, в погоди. Плане то, что раз, кто-то погибнет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет. Чё, РДДшников, что? Да. Всё, настало время делать... Стоят в РДД в зоне. Как обычно. Не клинит. Никак не получается. Так бы был. Соответственно, если бы у нас не покинуло два человека. Две метки я поставил. Одну метку по боссу. Соответственно, метки собираем все. Ребят, там будем отскакивать от этого. Сможем перевести, не сможем. Рыбу поставил. Есть какая-то тактика на танк другая? Нет. Уходи от слизней. Так сам танк с слизнями. Чё? Мне спекаться в ШП? Да. А, это тот босс, на который меняться надо, да? Да. Да, 9 стаков. Так, далее, по тактике, соответственно, все то же самое, как и на обычке, кроме, за исключением одного, босс кидает пельмень рандомного человека в рейде, соответственно, под этим человеком появляется маленькая зелененькая лужа. Вам надо сойти, милишники. Сначала бьем под левой ногой. Соответственно, вот так. Пину. Потом бьем, если падает, соответственно, бьем под правой ногой. Стоим в одной точке. Не надо разбредаться по всему нахуй тухлопузу. По всей жопе. Надеюсь, понятно. А, блядь. И хилов так не поставишь, сука. Хилов мелизону не поставят. Их надо оттуда убирать. Да, значит, хилы также в РДД зоне стоит. Вон по меткам одного, блядь, туда, другого сюда, нахуй. А три где-нибудь. То есть, давай в ромбике будешь стоять, лочдан будешь стоять в трусах. Остальные два хила распределяйте сами. Надеюсь, понятно. Тогда клинит, можешь мелизону похуярить. Маги и ШПшки могут вообще стоять на, там на той стороне, им вообще сбегать. Бегните на ШП и маги. Каски есть. Если метку нести будет, надо. Рыбу я вам дал, это дал. А фласочку дай, пожалуйста. Фласки кому надо, везде подходим быстрее только. Фласки какие здесь? Сапрот и ВД? ВД. В ВЛП тоже 5 всех фласков. Аспект поменять на выдохе? Да, поменяй, пожалуйста, на всякий случай, чтобы можно, пожалуйста, каску по... Спасибо. На какой аспект? А зачем тут аспект? Ну я поменяю на выдохе на природу. Можно шмону поставить. Зачем на природу? А тут есть хаста припоты? Хаст припот, пожалуйста, можно? Так выдох идет от тёмки, не? Едка не? Тём, припот хаста есть? Да, 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 сейчас дам, да. А что, 4 ДД, не? 4 хила. Ой, 4 хила, точнее. Чё, кому-то надо? Милики, осторожно, тут падают слизни, не только милики. Чек на какой-то. Ты же поносишь? СС на кого? СС на кого? СС по... Хоть я поносишь. Второй по... Давай по... Да, давай, чё? Шанс. ДК, дунь. Так, еще раз, подождите, давайте по одному кто-то говорить будет. Один по Моси СС, другой по Шансунгу. Под левой ногой сначала бьем, где звезда. То есть босс развернулся, будем под левой бить. Далее, потом под правой будем бить. Если будет, соответственно, этот, как его, перебегать. И так будем перебегать, то есть, соответственно, если будет пельмень лететь под левую ногу, перебегаем под правую ногу. Это для милишников. РДДшники, следите сами за лужами под собой. Ее увидеть очень легко. Чек еще раз на готовность. Дайте 5 хастов. Если хочешь, могу почистить пельмешки меткими, все равно делать нечего. Все, давай, чё отъем, да? Все, все готовы? Так. Ай, пизду, блядь.
При слове только атака. Геру. Споры. Споры, споры. Блять, вижу. Выбежал. Пельмень левый. Пельмень левая, пельмень левая, вышли. Ренджу набрали. Лимон, понойте, пожалуйста. Прожмись, Алиса, 300, прожмись. Пельмень прав. Левая. Под левую прыгает пельмень. Без споры. Споры знаете, к двум хилам и мелизон одно. Пельмешками в мелизоне сами следите, я за текстурой боя вижу. Иногда спиной. Правая. Блять, послакал. А там зеленый метод. Левая. А, вон ей. Мульти на ману. Быстрее, быстрее, мульти. Хорош. Правая. Скорая. Видите, я их не вижу за ногой. Я вижу, вижу. Сносить надо будет, если они... Заманить на ману. И нарыдайте. Просейв, дай лимон. На косте. Угу. Нам под танком. Про хил рейда. Вроде снесли 50. Блюю, шаман. Мульти на хп. Мульти на хп. Да-да-да, вроде, споры. Забери класса. Забирай лимон. Шансунг на ману. Под боссом. Ой, на танке, на танке. Про хил рейда. Прожимку. Где Алиса, прожимку! Бля, я ее слила уже, сори. Ревностно. По танками, пельмень. Ах. Думачлёк. БР, БР, Моса, быстрее! Блять, легли. Лимон, танчишь первый. Первый? Да. Чё, могу и баблом стаки скинуть, в принципе, штук 7. А чё ты умер-то? Пельмень. В бок отошел, но он все равно меня задел. Я тебе, ребята, отслежу их. У меня камера была далеко. Ложимся быстрее. Ты че ты выся? Чего? Я стою. У нас лес. Мертвец. Че лимон арами? Не помню, чтобы Натухов умирал. Ты тут первый раз, блядь, помнишь ты нам? Нам вспомнить можешь. Я про Веру, я же с другим серваком сравниваю. Я Натуховым еще ни разу не умирал. Не тот стрек. Рыбу кушаем, бафаемся. Ладно, там ревность, но чтобы сдохнуть. Такого еще не было. Не хватит. Не, Юль, тут что-то с дамагом плохо, мы даже половину не сносим на первый фон. Да потому что половина миликов лутает пельменев, ничего, да? Ну, это не суть, я просто говорю, что... Ну, конечно, мерзкая гадость. Чуваки 4, Шреддер 1. Там мы на этой, на споре словили все грязные. Вот там минус 2 дд. Да, не знаю. Кстати, да. Каски.
Не Ламорду бьет, то Хлопуза главное убить, блядь. А то Хлопуз, блядь, легче, чем Беломор. На 30 повключается у всех эти добивающие билки, ДПС повысится. Где это так? Да вообще, в принципе, если у бога. Кого, блядь, у меня 20, на. Ну, у мага 35, по-моему. Ну да, у этих, блядь, бичей у локов у мага. Чек на готовность. Можно труба ФМП 5 при 100? На лапу. Я не готов. Мы тоже тут за холика был первый фейсом. Бурстов нет. За холипана. Сколько бурстов? 30 секунд. Я пока еще не такой крутой шаман, чтобы тут первым быть. Ни хрена у тебя КП 7К, 7500. О. Че, мало что? Блин, нормально. Бать, хуярит нахуй. Чек на готовность. Что-то рак перехилишь. Все нормально. Все готовы. Встаем, отчет на пол. Может, ты себе и народ вставляешь? Не можешь мне дать. Не буду я. А так дыма что на пол дали? Я не бью. Бей. Геру. Бьешь, только бьешь в кровавой стойке. Дамаг наноси. Левая. По левой. Свечнуть быстро. Спора. Блять. Бежал в РДД. Правая. Раньше набрали. Несколько человек вправо ушли, несколько влево. О, блять, успел. Да заебал. Сваки, выйди. Пельмень там. Нету. Ранджо набрали. Сколько КД, минута? Да, чуть больше минуты. Вы КДшится сразу, давай. Могу дать на ману, что надо. Не, пока не надо. Там у них КДшится. Медвей, дай каплю под БД. По кому? Каплю дай мне. Под правой. Под левой. О, под левой. Выбежали. Шреддер, на восьмом стаке дай ты каплю под БД. Алиса, Фрост, стойку. Шреддер, закаплю. Под правой. Шреддер, дай каплю. Да уже нету стаков на меня, ты чё? Ничкуй. Раньше надо было давать. Выбирать. Споры. Блять. Я не вижу пельмени, сука. Турбойс. Мульти есть? Среди него. Давай уже. Ага, Джованни давай. Разошлись на правую и на левую ногу. Не поджимайтесь к левой ноге. Задума про хил. За спиной не стойте. Не поджимайтесь чисто в ногу, блядь. Левая. Левая. ДК стоит, блядь. Обратно вернулись, кто слева стояли. Споры. Блять, выбегу. Шансунг есть на ману? Да, читай. Левая. Я пока не могу
Левая. Зоил, давай. Так, споры. Следим. Прожмись, Алиса. Прожмись. Здесь так. Правой. Под правой. Панц. Центра уходи, потому что, блядь, ловишь этот. Мульти на хп гим. Нету мана. Детка гниль, дайте прожимки. На хп, да, Джованни, Джованни, нет, Джованни бьет, Шансунг на хп, давай. Подобили. Даю, даю, все нормально. О, бей свои перчатки на Рафика, нормально. На Аршаму бей свои перчатки, ёба. А ты эти перчики забирай, блядь. И выкинь нахуй свои освещенные. Мне нужно, ты понимаешь, что мне нужно 4-4? Мне какой-то нужно предмет. Тело. Плечи, выкинь нахуй, а ты теперь это без нершам. Так ты вот говоришь выкинь, а у меня есть плечи-то 10, как ты думаешь? У тебя что, нету купить еды, блядь? 9к стоит. Ну так нету, куда? На котик. Пофармим. Нафармится, ну сейчас 3800 у меня. АДКшники, ретрики, блядь, гицы. АДК ноги берут. Не надо. Так какие, я не знаю. Ну это все на что шаман этот способен, я не знаю. Все, что я могу. О, начинается веселье. Пойду себе место выбирать, нахуй. Прессом лучше вставай. С мульти. Вот тут буду стоять. Да не, я по месту становлюсь. 8 человек ранжу. И танк. 8 это 8 человек, как раз 8 РДДшников. 4 хила также идем. 4 хила подвоз. Ну тут проще все намного. Что проще? Сейчас бы уж видеть, как Мелизона будет плевать на. Как это она будет? 46. По 2 человека. 9 человек ставится впереди. 9 человек в виде танка ставится для того, чтобы если один умер, то не было. Блевоты вблизу, то есть это как страховка или... Да. Никто не умирал уже, правильно? Нет. Так, соответственно, табычки здесь отличаются одним, что появилась блевота. То есть для этого РДДшники, распределяйтесь по кругу, смотрим. Видите, зелененькие колбы, ребят, зелененькие колбы видим, соответственно, с них льется жижа, будет видно. Если льется, соответственно, смещаемся. Ребят, вас 8 человек. Смещайтесь, двигайтесь. Санек, встань под кран. Потому что иначе легче перебегать. Заблевать рейд. Вот и все. Ранжу держите, те, кто в ранже. Сколько стоит, много? Под другу уже. Сколько там? 10 метров возьмите. Сколько у босса хп там? 60? 64. Чек на готовность. Геру все остальные ждем? Под босса встаем. Геру дадим потом. А че вам надо Геру? Куда сейчас? От КДшимся. От КД. Куда 3 минуты? А сколько у вас? А, 3 минуты. Ну как это? 3 минуты. Да. Да профа откатится. Локи, СС по себе дайте. СС 25 секунд КД дайте. Соответственно, на Эвинар, на пул. Там что-то твисти отходит. Все равно Геру ждем, когда. Так а что ее ждать? Ну да. Зачем? Не, ждать надо будет. Ее здесь пул надо давать. Пул ее не надо здесь давать. Че вы сказки придумываете? Она с пула не помогает. Ну кому это да. Здесь... Почему не отходит? Да, потому что прибор тратится, ребята. Все. Как его? Зачем Гера помогает в конце, когда пол рейда лежит, мне интересно. А как? Гера а с пула уводит, слышишь? Пол рейда будет лежать. А что ты взял, что не будет лежать? Ребят, блядь, Гера с пула, просто меньше слизней будет, вот и все. Ничего делал. Вы могли бы запулить, Гера подкадешилась, дали бы Геру. Проблемы нету. Могли, не могли, суть не в этом. Ты дашь Геру, когда подгадаешь, когда у всех бурсты откатится, да? А зачем подгадывать?
Гера не потому что дадут больше геры, под геры да, дадут это больше. Это фигня все. Гера для хилов дает. Вот, слизней меньше, если гера дает. Я хил, я геру для себя даю, вообще не базарьте. Пошли все нахуй. Да. Я единственный шаман тут. Ну, я отсюда так... нихуя не понял. Здесь есть Soft Enrage, который в виде того, что он чуму ну, кидает чаще. На 30% он и чаще начинает кидать. То есть слизни быстрее появляются. Вот, из-за этого. Ну, дамаг, конечно, вряд ли по рейду вырастает, если вы в лужах не стоите. Просто. Ладно, хули тут уже 43 секунды, давай подождем. Для этого дают геру. Ну это как бы на офи так было. Геру дают в конце, чтобы быстрее залить босса, чтобы меньше было вот это вот появление кучи слизней. Они реально быстро появляются. Ну и еще есть такой прикол, что цель, которая получает дебаф, она снижается по ней исцеление до 75%. Это ну очень много. Это если человек встал в лужу или не дай бог там заблевал на рейнже, то прохилить его нереально. Нужно диспелить. Ну, давай, так. Чек на готовность. Лишний фут убираем. Фан, Зойл. Фан, Зойл, давайте, отлипаем. Зойл. Войд, есть фласка на хп? К сожалению, нет. О, мне еще раз серки есть, ни разу не... А я смотрю, рецепт на алхимку есть. Обмен, кинь звезде. Больше хп дает. А он вообще существует, нет? Эликсир. Ох. Тур.